Почему бы тебе сегодня не расслабиться? Не волнуйся. Нань поправится, когда мы найдем птицу. Я послушаю тебя. Не забывай свои слова. Напиши на нем свои желания. Я позабочусь о том, чтобы осуществить их. Так ты подготовился. Тебе нравится? Нравится. Ты. Этот кинжал может тебе пригодиться. Возьми его. Вы должны благополучно вернуться вместе с Найнанем. Не переживай, Цинло. Я научу тебя фехтованию на нем. Ты должна знать, как защитить себя, когда меня не будет рядом. Разве сейчас ты меня не защищаешь? Что если тебя поймают? Не помешает научиться чему-то новому? Моя Цинло такая умница. Быстро научилась. Конечно. Или как мне тебе понравится? Говорят, что красные листья олицетворяют вечную любовь. Итак, это дерево любви, которое принадлежит тебе и мне. Хорошо.